генератор я вчера выкладывал, видел, как он работает, горит. Сейчас я его подкрашивал, сделал рубашку с оцинковкой, как предполагалось. Вот такой у него более-менее законченный вид. Сейчас отправляется заказчику. Он уже сам будет делать радиатор-охладитель, фильтр. Будет работать на щипорезе от двигателя внутреннего сгорания, от москвичевского мотора. Вот такой вот газогенератор. Фурма розжига и фурма нижняя, верхняя фурма розжига. Нижняя сюда заходит воздух, фурменный пояс. Здесь пробка сейчас закручена, это будет выход газа. Два зальника, два люка зальника. Видно плохо. Сейчас я... Плохо видно. Ну, короче, вот первый, внизу второй. Здесь чистится восстановительная зона, здесь чистится зальник сам. Здесь ручка для шуровки. Здесь штуцер для слива конденсата с монератора. Ну, вот так вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки. Будет еще всего много интересного. Всего доброго.